с Рубиком. Поэтому умеющий стоять, не умеющий даже фехтовать, на полную мощность его использовать этот нож, не умеющий, он справится рубящими одними ударами в бою свободно. Притом канадские даже бывают как такие, так и вот такие. Вот коротко. У меня лежит дома куча выгорали, а второй вот такой. Им одно удовольствие бить так, как бьют Толедо. Еще немного демонстрации всяких Толедо. Оп, бах! Бах на высот, да? Вот рубящие удары. Вот я рублю, убираю палец, видите, рубящий, режущий, рубящий. Поворот. Опять рубящий, опять режущий, опять рубящий. Понятно, да? То есть, по сути, этим зубом можно много дел сделать. Он не является холодным оружием, поэтому носить его можно с собой. Где заблагорассуется, когда заблагорассуется. Ну и все рассказывают, что это, конечно, жене купил нож, несу домой для того, чтобы она приготовила нож. Да.